благодарение сниму. Пусть жизнь короткая проносится и тонет. На веки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина.
Oh.
Чтоб зло на нем роняя.
Спасибо. Thank you.
заросшее мрем расцветет цветами. Люди добрые поймут, а злые пусть осудят. Я цыган жизнь стал с тобой. Ты меня не дождешься, Петля. Отделение со стихов Булата Акуджавы и заканчивая его, это отделение стихами Владимира Высоцкого. Я, честно говоря, составлял программу, исходя больше из музыкального ее содержания, но понимаю, что есть в этом какой-то определенный ключ, возвращаясь к причастному, идее причастного даже оборота, с которого пытался начать свою речь. Я хочу поделиться колоссальной радостью. Мы очень много пели сегодня Пушкина, а закольцевали это отделение стихами поэтов, великих, чудесных, прекрасных поэтов времени совсем недавнего, времени советского. А счастье в том, что можно вот так опытно, совершенно просто почувствовать и осознать преемственность самого чудесного, самого замечательного, самого бесценного, чем мы владеем, нашего потрясающего языка. Кажется, что если бы сейчас здесь, ну, в любом другом месте вместе оказались Александр Сергеевич Пушкин, Булат Шалович Акуджава, Владимир Семенович Высоцкий, Федор Иванович Тютчев, чьи слова тоже мы сегодня, Афанасий Фет, эти их слова тоже звучали в первом отделении, кажется, наверное, они бы оказались по-настоящему не только соотечественниками, но и современниками. И в этом огромная радость, в этом залог счастливого и долгого нашего существования. Что бы ни происходило вокруг нас, и как бы нам ни казалось иногда, что жизнь бесцельна, тупа, темна, уныла, сколько мы говорим на этом языке, сколько мы его помним, сколько мы его знаем в самых лучших его проявлениях, на самом деле столько все с нами будет хорошо. Мы завершили первое отделение нашего выступления. Спасибо вам за потрясающий, теплый, горячий в сегодняшний морозный день прием. И мы продолжим после небольшого перерыва во втором деле. Спасибо!